Курске прошла ежегодная церемония вручения премии клиентам «Атомэнергосбыта» «Лидер года». На ней отметили ключевые предприятия, которые являются драйверами экономической и социальной жизни региона. Само мероприятие в этом году посвятили 90-летию Курской области и 10-летию АО «Атомэнергосбыт». Сегодня «Атомэнергосбыт» обслуживает 9 регионов как гарантирующий поставщик и в 21-м представлен как независимая компания. Среди клиентов 160 тысяч юридических и почти 5 миллионов физических лиц по всей России. Самая главная задача наша – это быть полезными нашим партнерам, нашим клиентам. Соответственно, клиентоориентированность, клиентоцентричность – это наше все. Мы постараемся и далее совершенствовать наши сервисы, соответственно, переходить на автоматизацию, расширять и украшать наши офисы. Участниками церемонии стали муниципальные организации, субъекты малого и среднего бизнеса, а также представители крупных холдингов и корпораций. Всех их отметили по 4 различным номинациям: надежное партнерство, стабильность, энергия сотрудничества и на шаг впереди. От того, как работают звенья в этой отрасли, вообще зависит эффективность в целом всей электроэнергетики. На этом мероприятии «Лидер года» мы как раз и отмечаем тех потребителей, которые своим трудом, своим взаимодействием с «Атомэнергосбытом» подтвердили эффективность.